Всем привет, дорогие друзья. Продолжаем играть в Булли. Папарацци, комната смеха. Блин, я не хочу папарацци, я уверен, что... Что-то какая-нибудь фигня будет. Так, что вот здесь вот? Что-то я не туда побежал. В итоге-то... А, все правильно, комната смеха вон там. Ага. Как сюда попасть? А, вот так вот. Подвинься. Hey, Jimmy. Hey, Pete. Yo, Jimmy! I'm over here! Give me five, dude! No. Дай ему пять, он заслужил. Yeah, well, cat. Looks like your homies took care of some lames for us. What are you talking about? Don't get fresh with your homies. Can you please talk normally? This is my normal style of rapping, bro. All right, enough. What's my quest? Ah, right. Salutations, Sir James. It seems my clever brethren have taken control of the funhouse at the carnival. Well done. All that education and now you run a funhouse? Genius. You simple-minded, noble foot soldier. The football team is going to be there this afternoon. You could really cause them some problems. Okay, explain it to me on our way over. There's not much to explain. Just access the control rooms through the maintenance doors. Then do your thing. Cool. Moonwalk. Отправляйся в комнату смеха. Так, где она у нас? Так, мне надо направо. А, hey, you're like cute. Let's hang out. Do you come here often? Wanna tell me about it? Life is so boring. There's a girl down here. Вот. Вот так вот. Поболтал с девочкой. Пошел ты. Твои законы не распространяются здесь уже. Ну, куда за мной побежал? О, заодно и велосипед куплю. Это было летом, а летом. Это было знойным летом. А на асфальте разобрет. Вы что, ребят? Полиция моя. Так, вот где-то байк. Здорово. Так, горный велосипед. Гоночный велик. 5-5-3. 5-5-4. 5-4-3. Что он спросил? Поменяли мой скутер на велик. Ну охренеть теперь. Я бы лучше на скутере катался.
Воу. Блин, на скутере, по-моему, прикольнее было. Ой. В принципе, я доехал. Ага. Так, тут только мент все палит. Ладно, он под ноги все смотрит, я надеюсь. Смотри себе под ноги, ты жопа, с ручки не туда, не туда, не туда, вот сюда вот. Оп-оп-оп-оп-оп-оп-оп. Встретиться с ботанами. Ой, наркомания пошла. А, я забыл, как тут. Нет. Я забыл, как приседать. По-моему... Нет. Да, вот. В какую сторону теперь идти? Вот в эту. Во, улетел. Вон, лезьте по лестнице. Вон, лесенка есть. Давайте. Отлично, я отсюда выйти не могу теперь, да? А, видимо... Я думал, с рогатки кто-нибудь выстрелит там. Комната управления кладбищем. Хэллоуин тайм. Оп! Есть полезно. Камеры, камеры. Не. Не. Управление потрошителем. Давай. Хоп. Хоп. Я вас спасу, пацаны. Я бегу, бегу к вам, бегу. О, ботанов в лабиринте найти надо. А можно дверь открывать как-то? А, вот кнопка. Так, а здесь карта есть? По-моему, он где-то слева кричит вообще-то, вот здесь вот. А, нет. Здорово. Так где этот придурок-то? Здесь вот. Нет, дальше. Да подвинься ты. Понятно, не здесь. Все, айда. На выход. Элементарный лабиринт. Отключи всех рудокопов. Ой, 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 стоит тут. Слышь, рудокоп, я пришел тебя отключить.
Что-то произошло, видимо. А, вот отключил. В принципе, я могу рогаточку взять. Да почему-то... Да здравствует кола лучистая и полотенце пушистое. Зубной порошок и ручной гребешок. Да. Угу. Пострелял, называется. Thanks. Проведи ботанов через шахту. Не, хорош, мне что, здесь спускаться? Нет. О. Это дурацкая тема, что нельзя перепрыгивать через какие-то небольшие препятствия. А, вон лестница была. Ладно. Опять найди их. Стоят. Жирный и тощий. Ну, здесь не все так просто, мне кажется, да? Ну, давайте попробуем. Не, все нормально. Стрижка газонов, стрижка газонов у дома. Папарацци. Нет, все-таки придется делать папарацци. Я так этого не хочу. Там опять надо будет фотоохоту какую-то устраивать. Не хочу я тебе помогать. Я же не этот. Хотел сказать, Матроскин. Кто там? Как пса звали в Простоквашино? Не помню. У-у-у! Чу-чу-чу-чу. А, пошел ты. Смотри, куда едешь. У меня приоритет на дороге. А, не получилось. Оп. Прекрасно. Так, прямо по левой стороне бегай, прямо. Что-то у него в руке. Ой. Нарушение формы одежды. Хорош. Так. Нет, не помогу. Так, налево. А тут не пройти никак. Не пройти. Иди в баню. Так, это на поле, походу, дело, да? Или за полем. Ха-ха-ха-ха. Ой, не туда. Сюда.
Смотрите, птицы там. Обалдеть. Так, в папурации. Карты. Oh, Hopkins, good to see you. Make it quick, Ernest. Now, as our new leader, I have something I need you to do for me. What? I mean, look, do you want to take down the jocks or what? Of course I do. Yes, well, I have a plan. Okay, what is it? Well, what I need are some inappropriate pictures of someone they care about. You want pictures? Yes, it's a complicated plan, all right. I need some naughty pictures of that Mandy girl. I'm sure you do, but what has that got to do with this? Oh, this? This is purely for the purposes of this plan. I'm not like that at all. You want me to get incriminating pictures of the head cheerleader just for your plan? The kind of pictures that could land me in jail or worse? It's not easy being the boss. Man, this better be good. Bingo, boss. Пора уже шлем снимать, я так полагаю. Так, Мэнди, несколько снимков сделать. О, Мэнди. Главное не у Мэнди, а саму Мэнди. Душевой будет. Хорошее фото. Keep trying. Maybe one day you'll get it. Oh my god, this is disgusting. I'll have to go change. Oh my god. No. И она на выход побежала. Проникни в общежитие девочек. Да. Вороны-то вон летают, смотрите. Рыбой запахло, чайки слетелись. Не-не-не-не-не-не-не. Так, общежитие девочек. Блин, общежитие вообще на другом конце. Нет, я не должен быть в классе, у меня другие занятия. Занятие саморазвития. Вон чувак стоит, курит. Его лови. Уй. Можно я тебя сфотографирую? Нельзя. Ну тут как обычно. Вход через окно. О, слушайте, карту. А, нет, это порошок. Ну, она что-то не заходит. Ой-ой-ой-ой. А, она к ним пошла. Отлично, залагало вообще. Ты зараза, как? Сын извращенец, я завалил задание.
Сейчас бабка меня будет ловить, да? Выдохлась уже. Старая корга. Оп. Так, ладно. Скромная помощь 5. Ладно. Папарацци потом сделаем. Что за скромная помощь? Я разве транзистор нашел? Да. Офигеть. Прикольно. Так, стеклянный дом папарацци. Блин. Стеклянный дом, кстати, прям здесь. Да? Да. Потом я, короче, за этой девкой прослежу. Ну нафиг. Пора шлем снять, кстати. Вот какой стеклянный дом. А, Хопкинс! Very well, young squire. Huh? How are you, young man? Can I offer you a highball? Yeah, sure. Actually, maybe you're a little young. Better keep this out of harm's way. Тебе тоже, походу, дело хватит. It's that pompous ass Patrick. He's bad-mouthing me all around the staff room. Why? He keeps calling me a drunk. Says that I am irresponsible. He's trying to get me fired. He's trying to turn Miss Phillips against me. Well, sir, when people say bad things about what I do, I like to prove them wrong. Really? How? By showing a nobler side of yourself? Rising above it? No, not exactly. I like to show that they massively underestimated the force that they were dealing with. And then really give him something to complain about. Ah, the treacherous Machiavel. I love it. Good. Me too. Пройдись на школьную стоянку. Оп! А, я думал, что это тут. Катился. Здравствуйте. Прицепиться можно. Вот он, вечный двигатель. БДР 529. Что там номер какой? У тебя рука не оторвется, Джимми. Кстати, меня в лес увезет.
Так. Хэтрик Мэйнор. Заберись на территорию мистера. Идешь как можно больше придут вокруг дома. Ничего, ничего, ничего. Да сколько тут надо фигачить-то? Там полиция, кстати. Так. По-моему... Так, мент меня нашел, да? Оп-оп-оп! Что-то как-то мало предметов. Вам не кажется? А окна побить я могу? Куча полиции. А, вот еще здесь. Здравствуйте. А музыка такая. Стекла же я могу побить? Мент рядом стоит и даже не видит. Убеги со двора. Надо было просто теплицу пофигачить. Дилер. Одна говорит «Сия», другая «Хай, да». Понятно, понятно, понятно. Get away, foul vision of hell! Sir, you sent for me? Death stalks me, but I've seen the light. I know you're not there, devil! Dr. Watts, sir, it's Hopkins. It's me, not the devil. He couldn't make it. Go! Oh! Are you okay? Oh, what did you do? I was mixing chemicals for my research when there was an explosion. The vapors have got to me again! Oh, cool.
I see all of the triplets, Kane. Но вообще-то нет. Triplets? Whatever. Нас четверо. Such is the life of a scientist, Hopkins. The suffering can be terrible. Now listen. Word is, you're quite the problem solver. I've got a business proposition. I'm listening. In my spare time, I produce certain chemical compounds with certain properties. I need some of them delivered to my customers around town. Quick, though. They need them urgently. All right. Go pick up the stuff from my lab technician. He's in town, in Trailer Alley. I'm on it. Погнали. Ох, главное не влететь во двор. Не влететь! Бежать, 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 бежать. Фу. Так. Справа, блин. Ладно. Ведь по-другому я никак не могу добраться, да, никак. Какой-то подводный там туннель. Мне нужен велосипед, и на велосипеде я быстрее раз доберусь. Да идите вы в жопу, ребята. Оп. На велосипеде же можно без шлема ездить. Дилер. Да пошли вы. Товарищи... Ой-ой-ой-ой-ой. Сейчас я ментов привел. Какой-то желтый пакет. Так-так-так-так-так-так-так. Нет! Куда? Как? Куда? Блин, велосипед вообще не в кассу. Профукал. Фу. Тихо, мент. Не шерсти гривой своей. Так, почти. Здорово. A million thanks. Я надеюсь, будет миллион денег. Оу. Без велосипеда здесь никак. Так. Молчать. Пригнулся даже человек. Ёшкин ты дрын, ну что... Давай, хватай быстрее, у меня там еще народ ждет. Так. С бомжом не подраться. Thank you, my friend. Так, еще один в городе. Это здесь. Сныкался бы. Вообще непонятно, кто это. Собачкой. Так, ну и собственно, пес. Не хотел его бежать, но пришлось. Ай, бабка!
Мало того, что нарушение режима, так еще и бабку сбил. Я не хотел. Честно, не хотел. Тихо, ребят. Вы ничего не видели, ребят. Вы ничего не видели. О, ну конечно, кто же еще? Ох ты! Вот сука! Он меня еще и поймал! Нет, нет, нет! Бежит, 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 бежит! Вот тварь, а! Сделал добро, называется, человеку. Но это, походу, дело баг, потому что, ну, в принципе, с чего он меня должен ловить-то вообще? I said I'd do it. Незаконное проникновение. Дайте мне подвинуться-то с места. Jimmy comes through again. Чего тут в ящичках-то хранится? А, спрятаться. Ладно, на этом мы серию закончим. Спасибо, что смотрели. До новых встреч. Всем пока.